Главная тема сегодня – паводок. Пока он не угрожает лишь Цивильскому району. За сутки уровень воды в реке снизился на несколько сантиметров. Хотя власти все равно готовятся к самому худшему сценарию. Здесь оставили список территорий, которые могут попасть в зону подтопления. Окраина города Цивильск, деревни Туфси и Три избы. Местные жители и спасатели готовы встретить половодье во всеоружии. Убедился в этом и мой коллега Дмитрий Ковалев. На опоре моста красная метка, в центре улицы вот такой измеритель. Опасный уровень пока не пройден, хотя в этой деревне одна улица уже подтоплена. Местные жители, научные горьким опытом, запаслись продуктами, медикаментами и питьевой водой. Если они будут отрезаны от цивилизации, пригодится, может, все. Ой, запаслись, целые машины привезли. Муку, крупу, масло. Чему еще? Песок, самый главный. Дрожжи с песком. На случай. На случай, чтоб, когда сюда не заезжаем, хлеба надо ведь печь. Они уже привыкли встречать каждую весну в болотных сапогах. В другой обуви по улицам пройти невозможно. Местные жители содроганием вспоминают 2005 год. Тогда большая вода приблизилась вплотную к их домам. Во многих сараях залила подвалы. Уровень вот так был в 2005 году. До моего дома доходило. Вода на полях и на проезжей части для Цивильска тоже привычная картина. Паводок пока отступает, но ситуация может ухудшиться в любой момент. Поднять воду до опасной отметки могут обильные ливни. Пока по улицам деревни Три избы можно с легкостью пройти даже в резиновых сапогах. Но власти района готовятся к самому худшему сценарию и держат наготове резиновые лодки, чтобы люди смогли доплыть до своих домов и привезти продукты питания. Каждый день спасатели объезжают опасные участки. Ликвидировать последствия половодья готовы более 80 человек. На их вооружении специальная техника. Местных жителей власти района готовы эвакуировать. Для них подготовлены места в гостинице. Но люди отказываются покидать свои дома. Всем были разданы памятки, все аварийно-спасательные формирования, повышенной готовности. От воскресенья 7 апреля приняло постановление о введении повышенной степени готовности перед ЧС, в случае ЧС. Но пока вода сейчас, значит, с уровнем вчерашнего дня, вода сегодня стоит в таком же уровне, но за день она вчера поднялась на 6 сантиметров. Чтобы обезопасить жителей от паводка, на окраине Цивильска выпрямляют русло реки. Пока она проходит по своеобразному изгибу, и именно в этом месте образуется ледяной затор. В следующем году большая вода городу уже не будет угрожать. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.